прощать выходите, да? Ну вот, а я бы на вашем месте не стал. Конечно, корпорации говорят, новая сеть безопасна. Они текучили прошлые ошибки. Им-то из их неприступных башен все кажется чистым и красивым. Но это ложь. Сейчас сеть — это... Стоит поздороваться. Алло. Мне нужны импланты. Ну и? Что и? Вы рипер или нет? Да, для своих. Ваш труд будет щедро оплачен. Да ну, насколько щедро? Мне нужны...
Чем могу помочь? Я ищу новые импланты. Без проблем. Располагайся, сейчас подберем. Так я не хочу, по работе надо, а то я еще сильнее отстану. Она сказала, или ставь кироши и сопроцессор, или пиши заявление. Спасибо. Грустно все это.
правда. Отлично. Так вот. Посмотрите мои импланты. Конечно. Устраивайтесь поудобнее.
думаю прикупить себе новый имплант. Ну что ж, значит, ты пришел по адресу. С этим порядок. Просто информаторов заменили, и все. У меня есть друзья. Thank you.
Иди нахер! Что тебе нужно? Как жизнь, Фингерс? После нашей последней встречи челюсть еще болит. Я тебе не доверяю. И мне и без тебя хватает клиентура. Иди-ка ты отсюда. По-быстрому.
люблю их.
привет. Мотивы остаются неизвестными, но официальная версия называет возможной причиной киберпсихоз. В неофициальной фигурирует отчаяние. Думаю, нам всем знакомо это чувство.